Пані та панове, повертаємося у нашу бадьору ранкову студію. Продовжуємо на позитивній ноті. І, як ми казали вам на початку нашого прямого ефіру, сьогодні буде багато цікавої інформації, а головне – корисної. Мене звати Максим Сербін, біля мене неймовірно красива, харизматична, жіночна Ангеліна Таран. І, ви знаєте, важливо розуміти те, що у нашій студії концентрація краси, концентрація жіночності зашкалює. Тому що ми будемо говорити з приводу дуже важливої теми, будемо піднімати сьогодні актуальні питання. Так, звісно, ми взагалі поговоримо, поки нашого гостя ми для вас скриваємо, тому що в мене до Максима є важливе запитання. От знаєш, раніше було як? Влаштувався на роботу, і от як влаштувався, так і все життя на ній працюєш. Потім у тебе з'являються діти, і дітям радиш саме йти на цю роботу. Ти як ставишся до зміни роботи? Я тобі скажу абсолютно незвичну в нинішній момент думку. Я чекаю нашу наступну бесіду з нетерпінням, тому що з самого початку своєї кар'єри я змінював не дівчат як рукавиці, а саме проекти. Вау! І так, я змінював проекти, і нарешті я дійшов до роботи своєї мрії. Тому, друзі, ти хочеш щось додати? Я бачу, ні, я просто бачу, як ти вже готовий говорити про цю тему, тому мені немає чого додати. Давай просто вже представляти гості і переходимо на цікаве інтерв'ю, тому що сьогодні тема why. Так, давайте одразу до теми. Сьогодні ми будемо говорити про зміну роботи, зміну фаху після 40 з сімейним психологом Оленою Шулік, також гештальт-терапевтом та тренером. Доброго ранку. Добрий ранок. Прошу пробачення, але мені зручніше говорити російською. Так, як вам зручно? У нас така, знаєте, ранкова сімейна бесіда за як на кухні. Не переживаємо, говоримо. І от, знаєте, прийшла до вас на кухню зранку. Це котра там година у нас уже? О 9:50, і думаю. Єдине у мене запитання. От як часто зараз жінки та чоловіки вже за 40 починають змінювати професію? Це з кожним роком стає популярнішим? Чи все ж таки люди ще такі консервативні? Звісно, становиться все більш популярним. Діло в тому, що ми і так, наше покоління більш взрослих людей, мы так вынуждены были менять много раз профессию, потому что когда развалился, расстроился Советский Союз, и все разрушилось. И, конечно, женщины чаще более адаптивно, быстрее меняли профессию. Они быстрее начинали что-то делать по-другому. Мужчинам было сложнее. Особенно мужчинам, которые были заняты в военной сфере, в полицейской, в милицейской там сфере, в органах как-то работали, которые учеными были, врачами, такие профессии, педагоги, там, директора школ, им было очень трудно. Конечно, мир меняется постоянно. Я замечаю, по тому, как меняются мои клиенты, их запросы меняются, то сейчас люди не задерживаются больше 3 лет, а молодежь больше полугода, 9 месяцев, 10 месяцев, меняет сферу деятельности, разные компании, то были в одних отделах, изучают что-то другое. Так, сейчас люди, я вам скажу, не боятся потерять работу. А це факт. Так, це факт, але... Не бояться. І цей інструмент страху, наприклад, вже не существує. Люди вірять в те, що якщо їм не підходить, вони шукають роботу, щоб вона їм теж підходила. Якщо раніше була робота, є, то це прекрасно. Зараз, звісно, ні. Мир дуже помінявся. Вибач, Максима, просто тут, знаєш, так мене одразу зачепило, тому що, з однієї сторони, це круто, коли там через півроку попрацювала, передумала, пішла на іншу роботу. Але як роботодавець на це дивиться? Роботодателям зараз труднее, дуже трудно. Роботодатель дуже залежить від сотрудників, які на нього працюють. Як їх утримати, як їх мотивувати, як створити для них умови, щоб вони не уходили, як боротися з текучкою, з якимось обманом, в тому числі, на роботі. Роботодателю теж трудно. Нельзя сказати, что одни правы, другие неправы. Всем трудно. Но работодатели тоже мало делают для условий труда своих сотрудников. У них тоже проседает эта часть. Поэтому это конфликт. Все заинтересованы в том, чтобы работать. И те, кто хотят нанять людей, и те, кто хотят найти работу. Но много есть вопросов. А мене отут цікавить такий більш, напевно, глибинний погляд на цю проблему, от згідно практики з вашими клієнтами. От з чого найголовніше починаються ось ці зміни в особистості, яка вже перестає боятися, наприклад, там ту роботу втратити? Опит. Кількість зміни роботи работает на то, что если человек уже много раз и многократно менял и находил новую работу, он более уверен, неважно, это мужчина или женщина, более уверенно себя чувствует. Но многие люди, понимаете,
не действуют, а думают, размышляют, хотят, имеют намерения, они ждут каких-то сигналов, они ждут какого-то исполя времени и теряют в некотором смысле энергию на этом. Вот. И трудность еще в том, что человеку, чем старше он становится, тем труднее столкнуться с тем, что он будет некомпетентен на новой, в новой профессии или в новой сфере деятельности. Он придет и столкнется с тем, что он не умеет. У него нет опыта. Ему нужно будет пройти вот этот этап некомпетентности, например, в 40 лет или в 45. Это очень сложно психологически. Если работать с этим и убеждать себя, что ничего, все начинали, кто-то начнет в 40, а кто-то в 20, понимаете? В 20 это типа не стыдно в 20 лет что-то не знать, а в 40 типа ж стыдно, а в 45 еще стыднее, а в 50, например. Ну как это, я, мне 50 лет, и я пришла на новую работу, на которой я должна учиться. И да все молодые, так? Да, но другое дело, что люди учатся тоже быстро. Потому что жизненный опыт, знания, умение коммуницировать с людьми, понимание жизни помогает. Но вот преодолеть вот этот стыд, что я неудачник, что я ищу новую работу, что я иду на новую профессию, осваиваю, что я еще ничего не умею. Это часто мешает и останавливает людей. До речі, а с чем пов'язане ось це таке самокритичне відношення до себе? Що от я помічав, коли раніше мені там в період з 20 до 25 я проекти міняв майже кожні два місяці. І було таке трішки відчуття, що я якийсь лузер, тому що я не, ну, тобто, тут не доробив щось, можливо, йду на нову. От з чим пов'язано це? З тим, з нашою ідентичністю. У нас є така частина ідентичності, називається професіональна. Відповідати на питання, хто я. Хто я в плані реалізації в житті, в плані професії. Зараз не можна сказати, що я, наприклад, інженер. Несмотря на то, что у меня есть инженерное образование, я не инженер. Я не работаю в этой области. Я работала в ней в Советском Союзе еще, когда мы были. То есть я не являюсь инженером, да, и несмотря на то, что у меня там есть образование, но у меня нет уже этого опыта. Поэтому важно, чтобы человек мог ответить, кто я, какая моя профессиональная идентичность. И если она такая хрупкая, неустойчивая, неуверенная, если я часто меняю сферы направления, то, конечно, она будет меня подтачивать изнутри и говорить, ага, а ты же там ушел, ты не выдержал или не выдержала там какого-то испытания, кто-то не выдержит испытания успеха, кто-то страха ошибки, кто-то трудностей в коммуникации, напряжения, которые связаны в этой сфере. Очень много психологических аспектов. Они у всех людей разные. Вот, но сейчас, слава богу, есть тренд мировой, что можно учиться и в 60 лет, и поступать в колледжи, в университеты, познавать что-то новое, что это очень полезно для мозга, очень полезно для здоровья. Это не стыдно, никто не будет смеяться над тобой. Ну, если взрослые люди идут что-то изучать. Ну, так. Есть этот тренд, он уже формируется в обществе и поддерживается. Другое дело, что все-таки найти именно работу, работать на кого-то после 45 лет или там после 50 лет сложнее. Работодатели не хотят брать возрастных людей. Вибач, тут важливе питання. Ми от розглядаємо це з психологічної точки зору, і якщо я правильно розумію, то ми зараз як не крути, а приходимо до чесності з собою. Да. А це найскладніше. Да, ми люди так устроєні, що ми себе обманюємо. Ми себе дуже любимо обмануть, прикрить, мати сліпі зони, куди-то не заглядувати, робити вид, що цього немає. Ну, звісно. Ну, це нормально. Тобто, в першу чергу, перед тим, якщо, наприклад, умовно кажучи, я там, Катя, мені 40, і я вирішила, що я хочу змін. Тобто, мені одразу зрозуміти, хто я в професії, та хто як професіонал. Чим би треба вспомнити, чим би я хотіла займатися? Что меня всегда привлекало, что меня привлекает сейчас. А кроме того, нужно понять, что я умею делать хорошо. Человек 40 лет что-то точно умеет делать хорошо. Либо на предыдущих работах, либо в кругу семьи, либо в кругу друзей. Может быть, умеет что-то организовывать. Может быть, он прекрасно проводит вечеринки, например, или досуг. Или там, может быть, он как-то хорошо занимается домоуправлением. Да, там, таким, там. Может быть, он умеет хорошо обращаться с финансами. Может быть, он как-то хорошо понимает людей. Нужно искать, что вы поспрашиваете своих близких, своих родных, своих друзей. Они обязательно скажите, дайте мне честную обратную связь. Так. Что у меня
хорошо получается, что, например, ну вот не, вот как вам кажется, собрать эти мнения и четко потом понимать и опираться на то, что я умею делать хорошо. Mm-hmm. Хотя бы вот база, чтобы в этом была. Класно. Wow. А от знаєте, одразу запитання. Чомусь, коли ми кажемо про це, ну я кажу як за дівчат, Максим більше як за хлопців. Так. Але хто з нас, чоловіків чи жінок, більш піддається на ось ці зміни? Хто менше боїться і починає там 40, все, з завтрашнього дня йду на нову роботу? Ну, в некотором смысле женщинам может быть легче, если у них есть мужья, которые подстрахуют в этот период, mm-hmm. когда женщина себя ищет, когда она, у нее поиск, она может пойти учиться, например, если мужья их поддерживают. В этом смысле у женщин больше как бы, ну, риска, что ли, меньше, если они в паре и если есть как, хотя бы определенный достаток. Для мужчины всегда сложнее. Уход мужчины или смена деятельности чревато тому, что если у него есть семья и дети, то на какое-то время они проседают. Ответственность ну, как будто так. бы больше, психологическая ответственность. Тиску. Ну, давление, да, ожиданий. Поэтому, ну, бывает так, что жена в этот момент хорошо поддерживает и говорит, окей, отдохни, 2 месяца отдохни, мы справимся. Да, бывает и так. На самом деле, сейчас партнеры, так, мы не идем в одном как бы векторе, мы все время одинаковые. Угу. Кто-то идет вперед, второй его поддерживает. Потом мужчина, например, вырывается вперед, жена его поддерживает. И такой танец создают между собой. Но это в идеальном мире, бывает и по-разному. Далі будемо говорити про те, що все ж таки, як змінити свою професію після 40. І декілька хвилин тому назад, перед новинним випуском, ми поговорили про жінок, що жінкам у цьому випадку трошки легше. Якщо у них є підтримка. Так, якщо їх підтримує чоловік. Мені все ж таки хочеться дізнатися от саме, наскільки важко це робити чоловікам, тому що я розумію, наприклад, так, що коли ти хочеш змінити сферу діяльності, у тебе перш за все це сім'я, це угу. та, яку ти створив, потім це сім'я, яка тебе виховала, якщо ти допомагаєш да, батькам, да. і пішло-поїхало, суцільний тиск. От як чоловікам впоратися з цим тиском? Ну, во-первых, мужчинам треба зрозуміти, що вони теж... Живые люди, у которых могут быть трудности, напряжение, ничего в этом нет страшного. Это нормально чувствовать такое давление ответственности и ожидания от тебя. Но что да, как-то пережить, подготовиться к этому периоду. Ну, может быть, отложить какие-то ресурсы, как-то подумать, как-то поговорить со своими, заручиться их поддержкой, объяснить самому себе и им, почему это важно. Ну что, представить себе, что даже в 40 лет, что у вас еще половина жизни впереди. И эту половину жизни, которая осталась, ну, условная половина, так. она еще какая-то будет. И в 40 лет уже иногда мы имеем право какое-то, какое-то внутреннее право прожить по-другому. Ну, при условии, если дети уже чуть-чуть подросли, они там, например, в школе уже, или заканчивают школу, или как-то ну, близко, там, чего-то достигли, например, уже к этому возрасту, что есть еще кусок жизни, который... Я хочу прожить, ну, как бы для себя, условно говоря, но не в буквальном, не в эгоистичном смысле для себя, а реализовать тот потенциал, который мне был дан от природы. У каждого есть свои таланты, свои способности. Важно только к ним надо, ну, открыть доступ. Угу. А тут також таке трошки компрометивний момент, я б сказав. Тому що от я знаю, у мене знайомий є, який після 45 вирішив, що все, я буду мандрувати по світу, я буду насолоджуватися. Для цього треба багато грошей, ресурсів. Він може собі це дозволити, проте є ж певні все ж таки обмеження. Тому що зі сторони своєї власної сім'ї дружина йому сказала, ти вже що, на старості років зовсім? Давайте не будемо путати кризис середнього возрасту у мужчин і сфера діяльності. Це різні речі. Тобто потому что то, что вы говорите, это кризис может быть, вообще кризис так. среднего возраста у мужчин, который очень бурно может протекать. А смена профессии, смена деятельности, это не значит, что мужчина хочет отделиться от своей семьи, от жены, от детей, от родителей, от друзей и умчаться там на край земли. Нет. Это именно, что я чувствую, что я занимаюсь чем-то не тем, что, возможно, мне надо пойти чему-то подучиться или попробовать себя в других каких-то направлениях. Это разные вещи. А мы можем сказать про то, что чоловікам у цей кризовий період легше змінювати роботу? Нет, нет, мужчинам, мужчинам нет, в этом периоде ему легче, мужчинам легче менять все. Всю жизнь. Они, если ну, решаются на перемены, они, как правило, затрагивают очень много сфер жизни. Ого, так, перешуча. Тобто, виходить, если решаются. Що тут може бути і
якби відділення від сім'ї тотальне, так, може бути... Ну, дистанція дуже велика. Розпадається сім'я. І вона не обов'язково може. Зараз існують такі так називаємо браки, коли люди живуть на великій дистанції. Ну, тобто вони зберігають брак, вони зберігають хороші відносини, вони прив'язані друг до друга, вони люблять друг друга, але вони живуть, як будто би можуть жити в різних країнах, в різних містах, на різних континентах, іноді зустрічатися, проводити спільно якесь час, виховувати спільно дітей, наприклад. Ну, дистанцию делают большую. Так, ну давайте. Не обязательно, что это уход полный. Просто сфера деятельности подразумевает, что человек внутри себя чувствует, что он либо застрял в каком-то месте, либо не реализует себя как-то, что он может больше, чем он делает, что работа, например, уже или профессия меньше, чем его потенциал, и что жизнь идет, энергия еще есть. Угу. Вопрос просто решиться попробовать. Угу. Так, я хочу зараз от до тебе якраз і повернутися. От ми поговорили про чоловічу кризу, а жіноча криза, от коли наступає? Вона теж наступає в це время. Як правило, це зв'язано з дітьми, які підростають вже, і жінки з'являються більше свободного времени. Вона вже розуміє, що вона не так уже нужна, необхідна, важна в обеспеченні якоїсь такої житті. З'являється інтерес. Жінки часто спогадують і думають, боже, а де я була всі ці роки? Mm-hmm. Я же любила рисовать, там, петь, что-то шить, или любила компании, я любила там вечеринки, я любила какой-то одеваться красиво, ну, например, да, и думают, а кто я? И дети часто подгоняют, дети спрашивают, мама, а кто ты? Mm-hmm. Вот меня в школе спрашивают, а чем занимается ваша мама, например, а я не знаю, что сказать, а ты кто? Ого. И, например, женщина сразу, так, все, срочно, срочно надо что-то идти делать. Это является хорошим мотиватором, потому что для детей важно, чтобы они тоже могли сказать, что их отец, там, например, диктор телевидения, да, или там продюсер какой-то, или врач, или он работает в компании, там, директор, или там, начальник отдела, или в логистике. Неважно, что их родители чем-то заняты. Они mm-hmm. приносят какую-то пользу миру, влияют не только на маленькую семью, но и в глобальном масштабе. Как-то меняют этот мир, что-то делают для него. Поэтому для женщин тоже. Но женщины, они... Ну, не то, что более рискованные, да, не могу так сказать, не рискованные, просто... Авантюрнее? Но женщины по-другому ощущают чувство ответственности. Mm-hmm. Они по-разному несут эту ответственность. Но вот, понимаете, мужчин ответственность часто прибивает, mm-hmm. а у женщины они по-другому. Они, если она не сама воспитывает, абсолютно сама не содержит дом, то женщины как-то решительнее, может быть, mm-hmm. чуть-чуть быстрее могут сказать все. Они эмоционально импульсивные. Они могут сказать, все, хочу идти. Муж скажет, да подожди, подумай, надо оно тебе или не надо. Женщина скажет, если я буду думать, я не пойду. Ну, то есть на эмоциях, так. На импульсе пойти. Mm-hmm. Поэтому это им помогает. Они загораются. Ну, вообще все индивидуально, конечно. Но вот эта мысль о том, что впереди есть еще большой кусок жизни, сознательной, взрослой, и сделать ее интересной, сделать ее содержательной, подстегивает людей для смены профессии. Я не знаю, що там про дівчат 40, але те, що ви зараз кажете, відгукується вже в мені. Мені здається, що, знаєте, в 40 буде ще хотітися більше, проте з часом ось цей порив, цей запал, він якось втрачається. Ну, через те, що ти вже мама, через те, що ти там десь забуваєш про себе. А як все ж таки підобрювати це, знаєте, підкидати дрова в свій цей запал, щоб потім з роками його не вгасити? Що це може бути? Про хобі не забувати? Чи... Про хобі, да. Общатися, ну, зараз багато можливостей, ну, подбрасывает сам Google тебе, реклама тебе подбрасывает mm-hmm. всевозможные курсы. Но прежде всего сохранять какую-то активную позицию, знать, что это полезно, mm-hmm. что это просто полезно для, ну, для всех нас, что если мы хотим прожить содержательную, качественную жизнь, вот эта рутина, день сурка, когда каждый день похож на предыдущий, когда в них мало новизны, ну, мы потом не можем вспомнить, на что мы потратили mm-hmm. свою жизнь, но как-то думать о том, что возможности есть, их сейчас много. Важно не бояться. И, ну, знаете, иногда кто-то в среде скажет, а что ты засиделась, ну, там, на этой работе? Что ты ходишь там на эту работу так много? Ты же помнишь, что ты любила там писать стихи? Ну, почему не писать?
Почему что-то не создавать? Сейчас время для творчества. Сейчас время, век такой, ну, столетие или десятилетие началось для творчества. Сейчас творить это в тренде. Создавать что-то свое, свой продукт, свое какое-то направление. Неважно, можно пирожки печь по-своему, условно говоря, правильно? Поэтому, ну вот что? Ну, то есть как-то себя мотивировать. Себе напоминать о том, что время, ну, идет, там, посмотри, оглянись вокруг, посмотри, что, как мир меняется. Ну, например, моя мама, я никогда не думала, что она освоит, там, iPhone, ей сейчас 80 лет, но я сомневалась, я думала, что в 77 лет, когда, ну, мы ей дали iPhone, я думала, что она не справится. Но она какие-то элементарные вещи научилась делать. Там, изучать погоду, смотреть магнитные бури, читать новости. Она в курсе всего, что происходит, где в любой... Она раньше она зависела от телевизора. Ага. А теперь она не зависит от телевизора. Она его не смотрит. Она смотрит, все читает. Но она в курсе, она интересует. Она как бы, ну, вот старается быть в тренде. Ей тяжело уже, конечно, в таком возрасте. Но она старается много ходить пешком. Как-то комуніцировать з людьми, ну що делать, ну, поддерживать себя. Все ж таки ще цікаво, питання того, куди найчастіше от, змінює свій вектор жінки ось після 40. Наприклад, я знаю, що популярним стало саме моделінг, коли жінки прямо йдуть в моделінг, їм прям подобається, да. Прямо на якихось подіумах беруть участь. Ще якісь такі професії, можливо, знаєте, ну, якісь неочікування, або навіть очікування, але ми не думали, що 40 років до цього можна повернутися. Ну як, ну, наприклад, дуже багато зараз людей йдуть в психологію, ага. Психотерапію. А без освіти, ось вони можуть, ну, от 40 Конечно, конечно. Там в коучинг, в здоровое питание, здоровое ментальное здоровье, там всевозможные направления психотерапии, в психологию. За последние, наверное, лет 8 количество запросов на образование в области психологии и смежных, социология, психология, там педагогика сейчас меньше, очень много, выросло намного. Это прекрасная профессия для взрослых людей. Класс. А у чоловіків? И люди, мужчины-психологи на вес золота. Макс, я знаю. На вес золота, ви розумієте? Я цікавлюся темою психології досить таки давно, і я не виключаю тієї можливості, що десь років через 10 я піду в терапію. Так, ну, почекай, тому, давай через 15, добре? Давай поживемо, побачимо, так. Можливо, станеться через 15. Просто я розумію, що, дівчата, ми з вами сьогодні досить змістовно говоримо, і ми почали з найголовнішого, що потрібно бути чесним самим собою. Потім, ми... Це складно, звісно, але старатися. Так, і тут досить таки важливо, проте ми також з вами зачепили такий аспект, як свідоме життя. Тобто потрібно розуміти, куди йти. Куди? Проте ми з вами, на мій погляд, не обговорили такий ще момент, і чи доречний він тут, це найголовніше, це віра у власні сили. Тому що от люди після 40, і тут в мене виникає питання. Якщо 20-річному, ну, йому легше повірити в себе, можливо. Знаете, я думаю, что здесь это затрагивает вообще политику общества в целом. И вы в том числе, я в том числе, и другие люди, общественные деятели. Важно повышать конкурентоспособность или как бы вот эту веру или в люди, людей после 50 лет. Для того, чтобы на государственном, на общественном уровне, для того, чтобы на самом деле сотрудники в этом возрасте прекрасные. Когда их нанимать на работу. Это очень ответственные люди, так. Очень структурные, они очень пунктуальные, они будут, ну, стараться все выполнить. Ну, то есть повышать вот эту заинтересованность общества, чтобы у таких людей, ну, возрастных, тоже была работа, чтобы они не сами не были брошены на произвол судьбы, сами как-то старались. Не все же все-таки могут открыть свой бизнес какой-то. Ну, будем говорить, что для этого нужны определенные навыки иметь. Поэтому на общественном уровне что-то делать. Вера в себя всегда базируется на опыте. Мы не можем голословно на себя верить. Если мы меняем, приходим, у нас получается, мы замечаем, уходим, опять что-то делаем, только опыт нам дает веру. І тут, знаєте, прекрасно ви згадали про бізнес. Є в інтернеті безліч історій і чоловіків, і жінок після 40, після 50, деякі після 70, які почали так жити, як вони не жили до цього. Одні відкривали бізнес, інші ставали моделями. Ну, а інші взагалі олігархами. Тому що зараз є можливість бути моделлю навіть після 40 років.
Раньше не было такой возможности. Mm-hmm. Раньше было ограничение. Сейчас возраст сдвигается. Сейчас есть возможность в 50 лет сделать то, чего не, как еще 20 лет назад нельзя было делать. Возраст сдвигается. Скоро, я думаю, вообще о возрасте мы не будем говорить. Mm-hmm. Я думаю, что скоро не будет важно, потому что сейчас уже зрелость, она уже там до 75 лет. Или до 80. Ну, то есть это все зрелый возраст. Условно говоря, после 30 все зрелость. Все. Ну, у мене взагалі, знаєш, питань немає. Мені зараз чомусь, не знаю, якби це зараз не звучало, хочеться дізнатися, що я буду робити 40 років, можливо, знаєте, на якусь мить перенести себе туди. Тому що мені здається дуже круто, коли можна переборювати свій страх і все ж таки йти до змін. Бо загалом більшість особливо... Да. Страх останавливає. Страх, стид і сомнення. Ну, так, как би, так, і так. Желання проконтролювати будущее. Mm-hmm. Вот это, ну, такое предсказать. Вот если мне скажут, что будет все хорошо, и у меня все получится, то я пойду это делать. Если не сказать, каких-то гарантий люди хотят, хоть каких-то гарантий. Ну, невозможно сейчас в нашем мире, ну, нет у нас гарантий. Вы видите, как все меняется за год, за два, за три. Да. Мы не знаем. Нет гарантий. Вот эта способность делать, несмотря на то, что нет гарантий. Вот нет гарантий, что я закончу эти курсы или пойду обучусь и буду работать в этой сфере. Нет гарантий. Но я что-то приобрету, и то, что я приобрету, сможет в копилочку мне, в мою самооценку, в мои профессиональные навыки, компетенции, мои какие-то умения. А может быть, благодаря тому, что я пойду на эти курсы, условно говоря, я там услышу что-то такое важное или познакомлюсь с кем-то, таким человеком, который откроет мне дверь куда-то. Сейчас двери открываются через людей, ну, через информацию, через коммуникацию, но надо же где-то быть, чтобы это услышать. Так. Дівчат. Гарантій ні. А я сподіваюся, що ми якраз є оця точка, в якій можна було щось почути і для себе взяти. От ми одна із тих крапочок наступного кроку. Мені хочеться уточнити один, але досить таки важливий і провокативний момент. Ми починаємо завжди щось змінювати, або коли припече, або ми зрозуміли вже сьогодні з розмови, що все, це все не те. Або скучно. Або сумно. З чого почати, аби нарешті бути чесним з собою? Ну, для этого вам все равно понадобится психолог или психотерапевт. Потому что наши защиты психологические нам не дадут это сделать. Мы будем хотеть, но мы остановимся, а первое же неприятное болевое чувство, переживание. Для того, чтобы быть честным с собой, нужно пройти терапию. Ну, походить к психологу на каком-то периоде. В принципе, это просто полезно для психологического здоровья. Мы же занимаемся там, пьем воду, кто-то ходит, занимает, тренирует свое тело. Мы, посмотрите, сколько ресторанов со здоровым питанием. Да. Как-то все меню поменялось в ресторанах во многом. То есть мы хотим прожить долгую, интересную жизнь. Но мы не думаем о том, что психологическое здоровье у нас зашлаковано. У нас там много ненужной информации, чужих интроектов, чужих ценностей, чужих пословиц, поговорок, сказок, фильмов, слов мамы, папы, всего. Ну, то есть навести в этом порядок. Только другой человек вам поможет встретиться с собой, быть честным с собой. И то не до конца, ну, и то не полностью, нет такой задачи. Нужен другой человек для этого. Добре, а якщо взяти людину, у якої немає змоги ходити до психолога, проте, ну, наприклад, його дружина підтримує, або чоловік її підтримує, вона може виступати каталізатором? Не може. Чому? Тому що мужья і жони не можуть бути друг для друга ні психологами, ні терапевтами. Вони можуть давати емоціональну підтримку, віру, але вони не можуть допомагати чоловіку сказати, ну, давай, я тебе допоможу відкритися і бути чесним з собою. Не можуть, тому що не відкриється. Угу. Это может быть травматично. Барьер. Это может быть травматично для их отношений. Ага. Ого. Угу. Тобто про ті самі. Потому что когда мы подсвечиваем, прикасаемся к своим слепым зонам, мы сами не знаем, что мы там обнаружим. А представьте, мы это обнаружим с человеком, с которым у нас длительные отношения, есть любовь, есть чувства. Это небезопасно. Ого. Так же, как с детьми, с братьями, с сестрами. Но для этого нужен чужой человек, посторонний, с которыми вы не связаны отношениями. А уже обнаружив, прикоснувшись к этой честности с собой, увидев какие-то свои ограничения, потому что иногда
те слепые зоны, те ограничения, те наши недостатки, условно, то, что мы считаем, да, могут стать такими ресурсами, но мы на них не опираемся. Потому что мы делаем вид, что их нет. Ну, как бы их нет, и тогда у нас мало опор. Тобто виходить, що якщо в нас є якийсь комплекс, ми можемо на нього опиратися, і він дає нам поштовх. Так, якщо ми на нього почнемо опиратися, ми його з ним познайомимося і зустрінемося, у нас висвободиться енергія для діяльності, для творчества, для желаний, для каких-то змінень. Вау. Я дивлюсь, Таран, ти взагалі... У нас ресурси не тільки в позитиві знаходяться. Угу. Ну, енергія, заблокована енергія, вона вся... сосредоточено в том, что мы называем негативным, в том, что мы называем там свои плохие черты характера или там, какие-то свои блоки или ограничения. Там очень много ресурсов и энергии. Так, Мені просто здається, що зараз це наше інтерв'ю, це знаєш, як от якраз для всіх тих. Ну, я реально випала. Я просто випала в тому плані, що я заліпла. Я почала дивитися і слухати, неначе це дійсно стосується мене. Проте я розумію, що пройдуть роки, і так як людина творча, може все змінитися. І більше зараз в сучасному світі там ось у мами, подруг, ще там у тата якихось знайомих, які теж на цьому періоді, вони от неначе все ок, але в той самий час щось не те. І я щиро хочу вам подякувати за те, що ви все ж таки поговорили з нами на цю тему в нашому шоу, за те, що ви відкрили трішки такі закриті теми для нас. Все ж таки ми знаємо тепер, з чого розпочати. По-перше, себе, знову ж таки, бути чесним з собою, і далі вже поступово можна розгорнути цей клубочок і дійти до зміни, до того життя, що воно в 40, якби, ще там нічого не закінчується, нет, це тільки розпочинається. Ні, нічого не закінчується, а інвестиція в себе завжди сама вигідна. Ой, клас, сказали. Ой, це, знаєте, це буде, напевно, лейтмотивом тепер нашого сьогоднішнього ефіру. Я вам теж дуже дякую, що ви розпочали ранок у нашій компанії. І, знаєте, я от користуюся службовим становищем по повній, я ніколи це не приховую. Ви як сімейний психолог, ми сьогодні говорили про те, коли жінка підтримує чоловіка, чоловік підтримує жінку. Можете от конкретно одним реченням сказати, з чого починаються ось ці прекрасні відносини сімейні? Одним нет, несколькими. Давай. Прекрасные семейные отношения начинаются тогда, когда люди способны говорить о своих ограничениях, ожиданиях, планах, целях, желаниях друг с другом. Вау! Ой, старана. Істина проста? Істина проста, і вона, ти знаєш, важлива. Ми вам дякуємо.